Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, ты хорошилась для фотографий? Так, а вот и я, мои хорошие, сделала сегодня маски целый час или два часа даже держала. Брови повыщипала, хоть кто-то сказал, что мне брови 80-х годов. Мне кажется, вы не правы. Я сама их рисую. Опять на меня нашла муза. Сегодня хочу приготовить рулет. А это что? Это у меня была клубника в морозилке. Она мне не понравилась на вкус. И я, короче, решила сделать чуть-чуть варенье. И намажу ею рулет. А рулет я сейчас вам покажу, как он у меня печется. А этот рецепт мне подсказала Кристина из Греции, моя подписчица. Очень легко в приготовлении. Очень. 10 минут, наверное, надо. Точно так же, как мои этот шимша. Посмотрим, как получится потом. Вот моя машинка уже закончила стирку, и выходим мы на базар. Друзья мои хорошие, вышли с Шашкымом на базар. Представляете, первый раз я как ни, наверное, больше месяца не выходила. Одела свои новые, а то, блин, купила и не одеваю. На базар, как на парад. Посмотрим, что и как. Вот такая вот камера, и через нее надо проходить. Базара обгорожена, загорожена, все ходят в маске, без масок нельзя. Отлично. Даже не верится, что я вышла. Вот посмотрите, как расстояние все соблюдают возле банкомата. Люди повыходили после 4-дневного сидения дома, изоляции полной, и много машин. Мы посмотрим сейчас в автобусе, как и что. Тоже свои правила, но мало людей. А там рядом, представляете, рядом море. Не знаю, мы себе сейчас не пойдем на море, конечно. Нельзя далеко выходить. Ну, у меня аж голова закружилась от того, что я давно не была на воздухе. Такая погода чудесная. В общем, вот такие вот дела. Мимо такой красоты невозможно пройти. Но видно, никто не ухаживает. Все заросло, эти розочки. Посмотрите. Карантин Турции, мерси. Все равно красиво. Они растут сами по себе. Несмотря ни на что. Ашкем, ты не за гидмиджес бис? Не. Олмаз мешкем? А? Чиза олачак? Олачаклар бизде. А. Бурда сөйлесин, диосин, пазара гелдим, экмея гелдим. Бурда не дизексин? Балага ми гелдим? Олмаз. Видите, говорит, если говорит... Балага ми гелдим? И когда, говорит, выходишь на базар или в маркет, то нет проблем. А там спросят нас, зачем мы пришли. Для рыбу, говорит, взять, купить, поймать. Ну, тогда будет и проблема. Сегодня на базаре мы купили вот такую клубнику по 7 лир. Очень-очень сладкая. Много не отоваривали, взяли зелень. Картошку взяли такую огромную, 10 лир 3 кило. Лук взяли свежий, 10 лир 3 кило. И такие маленькие помидорчики взяли по 5 лир. Мы уже пошли поздно. Хлебушек пиде такой взяли. И зелени набрали, больше ничего. Все у нас дома есть. Мои хорошие, а вот и мой рулет в разрезе. С моим лично приготовленным клубничным вареньем. В общем, вот так вот этажка его порция. Иду его кормить, чай будем пить. Красиво, не так ли? Не знаю, вкусно и будет или нет, понравится ли ему, нет. Покажу его реакцию. Либо на бакиорсу. А? Что на меня смотришь, а? Ты гадин, Машка, рулет, а? Ищу человек. Смотрите на его реакцию.
Он говорит, что ты такое сделай, только меня не убей. А ну. С вареньем. Насылашки? Бегендин? А? О, ура! Спасибо Кристине, что посоветовала этот рулет. Спасибо. Ашким, скажи спасибо. Спасибо, поделюсь там. Вот и закончилось у меня пересаживание цветов. Эндер еще сегодня пошел, принес 10 маленьких таких горшочков. И я вот сейчас вот их, они пусть постоят, у меня все перемыло, балкон перемыло. И, в общем, я довольна сегодняшним днем. Выбросила старое все, поменяла. Гвоздики тоже посадила в нормальные горшочки. В общем, пускай приходит в себя. Ну и потом продолжим. Вот так вот у меня такие вот новости. Сегодняшний день я сегодня занялась с душой. И видно результаты. Вообще надо все делать с душой. Когда ты не хочешь, кто-то заставляет, это никогда ничего не получится. Ну вот видите, мои красотулечки. Вроде красивые горшочки. И посмотрим. Вот еще здесь. Вчера это я сделала. 6 штук. А сегодня он пошел, вот 10 маленьких. Такие вот делишки. А мы посмотрите, космея меня научили, что это космея. Какая она красивая. И это сказали, что это пион. Селекционный пион. Ну, в общем, будем ждать результатов пиона. Погода чудесная. Я, наверное, сгорела сегодня на балконе. Люди ходят. Вот такие вот у нас новости. Пошла я готовить ужин. Никогда так поздно не снимала видео. Сейчас уже 1:00 ночи. Для меня 1:00 это только еще все впереди, как говорится. Сидим со Шкимом. Ну, я тут видео монтирую, там разговариваю, общаюсь. И я говорю, а Шким, надо же мороженое покушать. Что-то захотелось нам сладенького. В общем, все, мы и покушали вкусно, поужинали с ним. И сладости, чай, и время, и фрукты он мне порезал. Сейчас вот вспомнила, что он такое мороженое принес. Посмотрите. Не знаю, сколько оно, 15 лир стоит здесь. В общем, оно вот такое. Вот такая ложечка есть у меня. Ну что, приступим, мои хорошие. В общем, это мороженое самое любимое мое. Вообще в Турции очень вкусное мороженое. Я, наверное, все попробовала. И вот видите, вот так ложечкой вот, делают шарики. Разные. Ашкин сен чок истерсун дон дурма? Ве ас? Ну, не любит он дон дурма. Он за меня. Знает, что я люблю. Все мне оставляет. Кстати, хотела сообщить вам кое-какую новость такую. У нас, мне кажется, уже постепенно все уже заканчивается. Вот это вот все с коронавирусом совсем. Наверное, скоро все уже откроется. Такое ощущение, что все это скоро закончится, мои хорошие. Действительно, так все надоело. Прямо надоело сидеть дома, никаких планов. У нас такие были планы с мужем. Поехать в Тарсус, показать вам город Тарсус, поехать в Адану, показать Адану, понимаете? А сейчас все это прекратилось, закрылось. И сидим дома, снимаем видео, кому-то, может, не нравятся они, как я готовлю, как я убираю. Ну, а что показать дома, скажите, пожалуйста. И мне как-то не скучно с вами вместе, потому что я это для вас все снимаю. Да, и вот недавно разговаривала в Инстаграме, в соцсетях я постоянно пытаюсь истории какие-то поставить, вы мне очень поддерживаете, спасибо вам большое. Журналист, который, помните, приглашал меня меня со Шкимом в Москву, ну, мы с ним пообщались. Я почему-то подумала, что даже на эту тему сейчас спрашивать, что-то узнавать неудобно, потому что такой мир весь находится в карантине, в самоизоляции. Но
Я так пообщались, и я спросила, ну все, наверное, уже. Он говорит, почему? Говорит, как только откроется. Я говорю, что, вы нас пригласите в Москву? Конечно, говорит. Представляете, какая я довольная, что я в будущем, мы с Сашком поедем в Москву на программу. Но программу я вам не расскажу, но это очень популярная программа и на очень популярном канале. Но пускай это будет секретом для вас, хорошо? И с Божьей помощью все это закончится скоро. И дай Бог, чтобы открылись дороги, и съемочная группа приедет к нам в гости в Мерсин. Ну, а потом поедем и мы. Ну, а сейчас я пойду с Ашкымом кушать мороженое. Ашкым! Ашкым, мороженое, мороженое! Кайт там ид? Кайт али он? Кайт, эвэн! Бураны кесерим ид? Хайр, Ашкым, бен кесмем хич кимсе. Хич кимсе. Хич кимсе, чок коймусун? Асана. Küçük. Короче говоря, aşkım, ne diyorlar insanlar? Nerede aşkım? Aşkım burada. Niye çekmiyor video? Почему он не снимается? Sen söyle. Kahve içmiyoruz, кофе не пьем. Aşkım не пьет кофе, только полвосьмого. Какой кофе? Он как петух ходит, вот такой. Я вот покажу вам в другом видео. Gergin oluyor. Ага. В другом видео покажу, к нему лучше не прикасаться вообще. Dört saate kadar uyuyor o. Sonra kalkıyor и сидит здесь, не вылазит телевизор, чтобы не попросить воду, не покурить сигареты и все. Поэтому мы прекратили наши посиделки на кухне, но мы сейчас в Бирсат Шимди, час ночи, мы с ним кушаем мороженое. Не варне йог соли. Не варне йог соли. Ини, возле ты инсалары. Lezzetli mi? Çok beğenmedim ben. Ne? Bu marka güzel aslında. Не понравилось, говорит. Niye? Burada çilek, klubnika ve çikolat. Sen beğendin mi? Bu marka aslında güzel. Aşkım orada bak, sana bakıyorlar. Bu marka güzel ama. Aşkım bir şey söyle. Gülün, gülün sen insanları. Gülün, gülün, gülün. Söyle bir şey insanları. Sen de utanıyorsun şimdi. Utanmıyorum da konu bulamıyorum. Saçıma bak zaten. Saçımı gördükçe. Söyle. Den, ne var? Ne zaman bitirecek o karantin? Kada zakonçisa karantin gavari? Karantin bitecek de insanlar evden çıkıyorlar. Zorlaşıyor. Вы знаете, что? Он сегодня вышел в магазин. Herkes dışarıya çıktı ya. Evet. Niye aşkım? Ceza yok. Şeyden oldu. Ceza yok. Şeyden oldu biraz da. Şimdi 4 gün sokağa çıkma yasağı konuluyor. 4 dня что дома сидели. Sonra sokağa çıkma yasağı bitti denince herkes sanki dışarı çıkacakmış gibi bir hava oluşuyor. Da i опять все вылезли на улицу. Şey diyor. Sokağa çıkma yasağı bitti ya diyor. Bitti de sen говорит, 4 дня за сидение, заточение в доме закончилось, и они не могут успокоиться. Сухо чыкмаяса ким ичин йок, чалышанлар ичин йок. Да, ну для них, для кого заточение не существует? Для тех, кто работает, врачи, медики, кафе, пекарни. Вы знаете, что в Батуми тоже, в Батуми, дочка моя сегодня говорит, пойду с детьми гулять, вышла тоже в магазин. Полно людей, полно детей на улицах. Представляете, погода хорошая. И два часа, час она была с детьми на улице. Şimdi mesela duyuyorum İtalya'da birisi dışarı çıktığı zaman hemen soruyor polis. Niye çıktın? В Италии, говорит, если человек вышел, сразу полиция спрашивает, почему вышел. Sen diyorsun mesela ben markete geldim. Market. Aşkım sen biliyorsun benim var arkadaşı Елена, Италия, yaşıyor. У меня есть подружка и бизнес-партнер в Италии. Он идёт. Ocak'ta kadar kapalı hep Италия. До декабря закрыта Италия и только никто не будет ни въезжать, ни выезжать. Италия, да? Türkiye'de olacak mı mevsim? Başlayacak mevsim yazın? Aşkım. Начнётся сезон? Bütün her ülke için söylüyorum.
hastalığa bakacaklar. Kişi sayısına bakacaklar. Hastaneye başvuranlara bakacaklar ve ona göre serbest bırakacaklar. Şimdi bu всё зависит от обстановки. Yani her yerde böyle. Каждое место. İtalya'da böyle yapacak. Hı-hı. Bütün ülkeler böyle yapmak zorunda. Şimdi burada mesele nedir? Burada mesele insanların birden hastalanmaması. Birden hastalandığı zaman çok kalabalık şekilde hastalandığı zaman hastaneler yetişmiyor. Yani tedavi edecek zaman da yok, süre de yok, yer de yok, ilaç da yok. Ama o Mersin'de yüzden, az, evet değil Mersin'de mi? Mersin'de az hasta. O nas Mersin'de malı. En aşkım, büyük tamam. Problem İstanbul. Tamam, biz çok konuşuyoruz. Görüşürüz, paka paka. Всем спокойной ночи, мои хорошие. Скажи спокойной ночи. Очень. Не очень. Не очень. Aşkım, iyi geceler. İyi geceler. Спокойной ночи. Nasıl söyleyeyim? Spokojnoy. O kadar söylüyor Rusçayı. Spokojnoy. Aşkım söyle sonra. Spokojnoy nochi. Spokojnoy nochi. Aferin sana, молодец. Все, пока-пока.